какие продукты вы на Новый год покупаете? Все необходимые. Ну, какие? Хотя бы парочку перечислить. И буженину, и колбасы, и сыр, и творог, и все, что есть. Яблоки, апельсины, все. Отлично. Можете сказать примерно, какую сумму вы потратите на праздничный стол? Очень большую. Хотя время такое, но Новый год есть Новый год. Экономить ни на чем не будете? Ну, праздник нет. В состоянии потратить 2000, это накопленное. Ясно. На чем-то будете экономить, нет? Да нет, на Новый год. А в дальнейшем даже на Рождество как бы не смогу. Сыр, колбасу, масло, шуще надо будет. А примерно какую сумму потратите, если не секрет, на праздничный стол? Рублей 500. Понятно. А на чем-то будете экономить или нет? На чем я должна экономить? Я и так целый год экономлю. Ну, разное. Рыбу, мясо. А примерно какую сумму потратить на праздничный? Ну, если не секрет, конечно. Я не считал. Ну, 1000-2000. Экономить не будете ни на чем? Нет, нет. Значит, это идут отбивные, мандарины, бананы, ну, как всегда положено, заливное, и салаты. И салат. Вы знаете, не экономили ни на чем. В общем, что запланировали по списку, все купили, все, в общем-то, доступно. Ну, в основном сыры. Готовить тяжелого не будем. Нет, курицу не брали, вот петуха, скорее рыбу будем. На 1/3 от зарплаты. Не хотелось бы экономить, ввиду того, что у нас двое детей. Поэтому брали все, чтобы стол был полный. Ну вот, зеленый бычок. Вот укропчик, вот там яблочки, там еще, знаете, что меня прельстило? Белорусское масло, качественное. Ну, нет. Вот у нас компания, 10 человек. Сколько у нас? 7,5 литров, около этого. Фрукты, овощи, колбаса, сыр. Мы так весь год экономили, почему бы сейчас не потратить? Знаю, я покупаю то, что нравится. То, что нравится, покупаю.